Здравствуйте! Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я хотел бы вам показать, как на телефоне Alcatel One 2019 поменять дату и время. Для начала мы разблокируем наше устройство. Затем мы должны пойти в настройки, спуститься в самый низ и нажать на раздел «Система». Далее войти в дату и время. И здесь какие у нас есть возможности. Для начала мы можем включить либо выключить автоопределение даты и времени. Оно может быть по сети, либо же по GPS. Например, мы его выключаем. Также мы можем включить автообновление часового пояса по сети. Но мы не будем это включать. И мы хотим, например, настроить вручную. Для этого мы заходим в настройки даты. И здесь выбираем дату, которую мы хотим установить. Далее заходим в настройку времени. Выставляем, который час мы хотим выставить. Выставляем. Также мы можем поменять вручную часовой пояс. И можем поменять формат. Формат времени. И также мы можем поменять формат даты, который вам будет удобнее. Ну а на этом все. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч!